Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму «Лунные тропы в Эльсвеер». Moon Path to the Эльсвеер. У нас в этом дополнении есть на данный момент вот такой вот квест, гость к обеду. Я не помню, где я его взял, по-моему, где-то здесь, потому что здесь я и сохранился. Значит, у кого-то из этих неписей. Мне, собственно, не важно, куда идти. Потому что вряд ли кто-то меня сможет остановить. Ну да ладно. Какой там, в принципе, смысл-то? Найти шелковистую, узнать местоположение склада. Хорошо. Я так понимаю, это одно из этих зверей воплощений, которое почитается в этом не мире даже, а в этой стране. Красные грязикрабы. Великолепное создание. Взяли, перекрасили грязикрабов. Ночью тропики. Прикольно же. Говорят, тут еще должны водиться динозавры. Динозавры — это круто. Резать их еще круче. Да, только вот эти вот блики от оружия на воде — это какая-то поломка текстур. В обычном Скайриме у меня, по-моему, такого не было, поэтому это мод. Это мод во всем виноват. Опять же, двери просто в скалу там. Могли бы, кстати, не делать вот тут прямо такие тупые переходы. А отметить это все, не знаю, тут провести какой-то туннельчик, даже небольшую, маленькую локацию. И все-таки создать отдельную карту и отметить ее макросами. Ну, ладно. Что происходит вообще? Ты можешь ходить ровненько. Так, это, собственно, наш корабль. Ну, как наш. Свободных караванщиков. Блин, прикольные животные. Тут я еще вроде бы не бывал. Ну ладно, пойдем. Вижу. Вижу потенциальную опасность. Но куда херачит эта потенциальная опасность, пока непонятно. Может, не будем нарываться, а просто пройдем мимо? А нет, там они кого-то уже лупят. Почему они поломаны? Ну да, вот почему я люблю, собственно, любительские моды. Потому что они отвратительны. В плане выносливости. То есть в нем обычно в любительских модах огромное количество багов. Хоть и мод довольно большой, но тем не менее вот такие вот тупые баги, как с поломанным рэгдолом, могли бы исправить. Это ты? Ты шелковистая? So I am. Шелковая. I track and I hunt. And tonight we hunt slow together. Ну где он сейчас? He is at our ancestors' burial site. Deeper in the cathedral. I cannot go there in anger.
You must go and find the slot. Ока. Ну я пойду. Пойду и найду. Не, я согласен, локации сделаны классно, но... Знаете, как это в Скайриме? Там хотелось путешествовать, там что-то рассматривать, что-то искать. А тут это просто большая локация, вот такой вот, блядь, большой лес. Ну прыгнешь ты. Я специально это сделал, чтобы он меня увидел. Ребята, что с вами не так? Надо их как-то привлечь, наверное. У меня ничего такого нету, поэтому ладно. Непонятно, кого я рубанул, кстати. Тебя, что ли? Прости, лошадка. Жизнь такая штука. Поломанные динозавры. Ё-моё. Я перелезу, блин. Эксперт. Зачем оставлять посреди леса сундук с уровнем эксперт? А? Объясните мне, пожалуйста. Никто не знает, логикой не обделили. Что-то я сегодня критикую слишком. Ну хорошо, а если у меня там, допустим, ну нету навыка 100%, это ж сколько я буду ебашиться с этим замком, а? Вот это что называется... Плохая проработанность. Ну ладно. Двинули. Где мы вообще? Что мы тут ищем? Давайте хоть квест посмотрим. Мне удалось встретиться с Шелковой. Так, она сказала, что склад рядом со священным каджитов. Похоже, он темными делишками. Ладно, пойдем посмотрим. What the fuck там? Что там нахер? Что-то... Что ты такое? Слышь, давай пообщаемся, а? Что здесь происходит? Малшика, Малшата, I am the significant, and you are insignificant. Bow now, hairy one, and you may yet survive the first course. Malsata, Malsata, I am hungry, and the dinner is served. Так ты драться со мной хочешь, да? Ты безумец? Insanely hungry. For 50 years I have planned this excursion. I will eat all in this forest, and you will serve me my dinner, little one. Я не буду делать ничего подобного. Insignificant servant, disobey me, slave, and I will release a disease worse than the Thracian plague. Сону, Малшатиго! Что ты... Что за... Что ты такое? Почему ты вызвал проклятых? Чё тебе жрать-то принести, ты мне объясни. Судя по всему, мне отсюда уходить уже надо, но, блин, мне же интересно. Он тут Фалмера сожрал, походу. Но он что-то он какой-то скучный. Даже подраться со мной не захотел. Хотя, с другой стороны, это правильно. Не знаю, зачем я спиздил этот колокольчик. Давайте его съедим.
Где он там? Ядовитый колокольчик. Блин, сколько же у меня всякого дерьма. Приятного аппетита. Так. Даже не сработало. Даже по жизням не ударило. Скукота. Так, а чё? Чё, какой следующий квест там? То есть, мне нужно вернуться к моему квестодателю. Да, то есть мне... Бам. Ну ты хоть умер правильно. Так. А какой уровень сложности, прошу прощения? Что-то они какие-то... Too easy. Давай на легенде будем играть. Чё такое-то? То они чё-то реально too easy. Сейф. По этим лесам ходить, конечно, одна прелесть. Слушать птичек, рассматривать... исполинских размеров деревья. Чё, промазал, что ли? Не нервничай. Он меня даже не пробивает. Ладно, чё, пойдём. Пойдём. Ну что это всё-таки была за тварь? Это что-то вроде духа леса, наверное, какого-то. Меня вот в этом моде реально забавляет только тот момент, что... есть разнообразие мобов. Это замечательно. То есть, если грязикрабов просто банально перекрасили, то вот таких вот даже похожих животных, ну, в Скайриме встречено не было. Я уже молчу про динозавров, там я эту огромную, блядь. В том же моде про черные врата, вроде бы, предыдущий, который я проходил. Что это за хрень? Что это летает? Стрекоза, стрекоза. Давай сюда. Куда ты? Съебалась. Ну ладно. И светлячки тут летают. Сейчас тораксы с вас повынимаю. Суки вы этакие. Буду алхимичить. Так вот. Там главным боссом просто взяли вампира, лорда вампиров, и увеличили его. Просто призвали этакого титана. Ну, ладно, чё. Ну, с другой стороны, мод «Тёмные врата», ну, не про врагов и не про босса. Это всё-таки мод про, про атмосферу. Простите, что-то я заговариваюсь. Ну, давно уже не записывал. В любом случае, да. Ну, конечно, приятно, опять же, поиграть, опять же, вернуться. Для тех, кому интересно, ну, учёба. Учеба и работа временем не оставляет. Но Skyrim — это всегда здорово. И знаете, вот что интересно? Вышел Fallout 4, я вот прошел сюжетку, прошел там интересные миссии некоторые, вот что мне реально запомнились, там, про этот корабль. Ну, ладно, не будем удаваться, да, не буду спойлерить, потому что далеко не многие еще прошли его. И все, я не хочу больше находиться в этом мире. Вот. А в Skyrim я каждый раз возвращаюсь, я могу там побегать, посмотреть, повыполнять дополнительные какие-то квесты, которые у меня пооставались. Да даже начать заново, знаете, играть в Skyrim — это приятно. Он нас шантажирует, он хочет, чтобы я принес ему еду, или он напустит чуму на лес. So typical sloth. We will feed him, and he will stay for a century or more. He will grow very, very big. Big enough to eat Mirabar, yes. Я так понимаю, что он... Подожди. Так давай его просто убьем, нахера нам это говно, а? Yes, but magical? No. Оно не магическое, is very resistant to magic. The sloth must be hiding, living infected animal. Чувак, давай не будем, а? Значит, мы сможем противостоять ему, если найдем это существо, верно? Yes, but his mighty magic is hiding.
Eridor have idea. You could bring me some hyena meat and jungle queen venom, yes? Яд королевы джунглей? Чё? Мясо гиены. Смертельный яд королевы джунглей. Я, конечно, стесняюсь спросить, что, блядь, где, что, почему, как? Нет! Никаких... Господи, что ты делаешь? Кнопки уже все поперепутывал. Л. А, ну да, точно, тут же ж нету глобальной карты. Что, блядь? Та! Ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Чё ты там сказал, тебе надо? Мясо гиены и смертельный яд королевы джунглей. Ладно, сейчас погуглим. Так, мы продолжаем. Мясо гиены должно быть где-то на локации, но это не важно. Потому что я нашел способ попроще. Так, оно... Стой, сука! Хорошо. Теперь давайте посмотрим. Вот оно, мясо гиены. Хорошо. Теперь я буду... Прикольная вазочка, кстати. Теперь я буду искать яд этой королевы джунглей. Когда найду, включусь. Собственно, оказалось, что королевы джунглей это такие зеленые пауки, которых я должен искать где-то в северной части джунглей. Сука, я уже начинаю ненавидеть этот мод понемножечку. Потому что бестолковая беготня, которая ничем не обоснована, то есть мне даже не сказали, куда идти, просто ищи, блядь, а локации довольно большие. Вот, поэтому я обратно направляюсь в северную часть джунглей и буду искать этих сраных пауков там. Как я вас ненавижу. Смертельный яд. Смертельный яд. Вы королевы джунглей и у вас... Нету яда королев джунглей? Ладно. Знаете, почему я так долго искал и почему я сейчас бешусь? Потому что отметки нету на карте. Мимо. Что-то лагнуло. Ну ладно, неважно. Не, я заберу все. Смертельный яд, так смертельный яд. Давай сюда. Даже серебряное кольцо с аметистом оно умудрилось сожрать, сука такая. Что такое? Брейкданс, да? Так. Мне нужны еще претенденты. Не похоже на королей. На королев. Королей. Говно это, короче, а не короли. Не королевы. Сука. Что? Что это такое? Кто это? Похоже на человека вроде было. Спускаться я не буду, я так позырю просто. А нет, придется спуститься. Ну кого я тут видел? Ой. Чё ты так нервничаешь-то? То есть это все, да?
Это какой-то другой выход. Или нет? Или это тот же выход? Не, я там поднимался по лестнице, помнится. А это что за выход тогда? Ладно. Сейчас давайте посмотрим карту. Да, вот они, каналы Эльсвера. Логово? Ну, пойдем в логово. Не хочу опять возвращаться, если чё. Где он тут? Я не знаю, что это за логово и чьё оно. Заодно сейчас узнаем. Чё переживать-то так сильно? Блин, большие локации и, сука, ни одной пометки для быстрого телепорта. Даже в главный лагерь. Это жесть. У меня, конечно, есть мод, который, при помощи которого я могу телепортироваться. Но я не буду его сейчас использовать по той простой причине, что он у меня настроен сейчас на White Run. И вдруг я не смогу выбраться из этого замечательного места, замечательного мода. И поэтому я, собственно, оставляю его включенным или настроенным именно... А, блин, так я ж тут был. Это я просто с другой стороны зашел. Ясно, понятно. Ладно, пойдем. Вернемся тем путем, которым я сюда пришел. А то опять сейчас херачить, хер знает сколько. Ну, по идее, у меня все есть. Яд королевы джунглей. Обычный, по сути, яд. Ну ладно. Маркеры на этой местности просто отвратительны. Я бы сейчас, если бы пошел за тем маркером, мне бы пришлось проходить еще две локации. То есть, собственно, вот этот вот ход, которого нет на карте. Может показаться, что именно по этим ступенькам я и шел, но это не так. Вот, собственно, вот эта вот лестница. Сука, теперь она отмечена, блядь. А когда я тут ходил, она не была отмечена. Что с этим модом не так? Может, он активируется только когда я прохожу через эту дверь? Да-да-да, тогда все нормально. Ладно, на, держи. Нашел я твои ингредиенты. Эридора will cook the poison to weaken Slord's magic. When the spell will break down, Silkskin will sniff out the plague carrier. Готово? Yes, it's easy. Эридора is the best poison cook in all Elsewhere. Feed this to the fat one. Then find Silkskin. No kill Slord before the carrier is dead. Я понял. Чё, нам надо пойти накормить этого мудака? Соответственно, после чего найти Шёлкова. Ладушки, побежали. Я ещё долго буду жаловаться на эти бесконечные побегунки. Это бесит, это штучное затягивание игрового процесса. Это скучно. Да, я понимаю, это доля реализма, но... Простите, дорогие друзья, но это перебор. Мне так кажется. Но декорации, правда, прикольные. Упавшее дерево. Все здорово. Наверное, включусь уже, когда дойду, чтобы вас не мучить. Опять же, я попал в эти сраные джунгли. То есть, я прошел буквально через две или три локации ради того, чтобы попасть опять же в то же, сука, место. Маркеры тут работают плохо. Ладно, погнали. Что-то громкое. Ладно, пошли посмотрим. Я, в принципе, и думаю, что и так его заборю. Ну ладно. Все-таки квест есть квест. Погнали. Декорации, повторюсь, отменные. Ну чё, жирный? Чё скажешь-то?
Я тебе хавчика принес. Хочешь? О, могучий пожиратель. На, жри. I can't hold my joy at your groveling servitude. Give me the meat and go now before I regurgitate. Return with new tastes quickly. Теперь а вот так вот все понятно, то есть нам нужно действовать быстро. Теперь я думал, мне дадут его прибить, но судя по всему, пока мы не найдем зараженное существо, мы не решим эту проблему с чумой в лесу. Погнали быстрее, нужно найти эту шелковую херь. Давай быстрее. Она у нас прямо на этой локации, поэтому хорошо, бежим. Ну чё ты ломаешься-то? Кони по отвесным скалам могут, значит, бегать, а ты не можешь? А тут должен быть подъем. Ищи, я его отравил. Find it, yes. This Khajiit smelled it before you come here. It's near the mammoth skull. Go quick and take care of this corruption. То есть ты уже знал, а ты мне сразу не могла об этом сказать, чтобы я времени не терял, Радостно. Затягивание игрового процесса. Не люблю этого. И ты. Ух ты, мразь какая. Так он был призраком, что ли? Ну блин, и он меня подранил, я его подранил. Ладно, что происходит? Все, решили вопрос. Теперь нам осталось только его забороть. Ну да, по сути. Ой, если это был сюжет, то как-то не очень связано. В том же Worms 2 там было поинтереснее сюжетная кампания. Ну, может, это не все? Твое время вышло, мерзкий жиртрест. Yes, I sensed your betrayal. You think a bit of indigestion will stop me? We will see how you taste. Oh, no, you don't. You come once. Они сильны. I release the prey. I will Madness. Все? Победа. Че за клетки? Наверняка для жратвы держал. Ну, такой стульчик нормальный. Я бы посидел, честно говоря. Если бы разрешили. Но мне не разрешат. Ладно, валим отсюда. Ничего полезного абсолютно я с этого боя не вынес. Легендарный уровень сложности. Что, может, у меня заточка какая-то прям там демоническая? Да не, 1800. Ну, в принципе, топ. Выше выбить, насколько я знаю, нельзя. Хотя нет. Есть там читерские способы, которые можно еще заточку догнать. Там чуть бы не до 15 тысяч, как с руки, блядь. Но это уже не наш способ. Такс. Теперь нам нужно куда вернуться-то?
сообщить об успехе. Так это... Это лучше пойти по этой лестнице. Соответственно, куда быстрее получится. Хорошо, что эти трупы остаются. То есть, если бы я их перебил раньше, я бы не смог забрать яд. Что ж, давайте сдаваться. Чё? Квест завершён. Угрозы для леса больше нет. Он мёртв. И заражённого животного тоже больше нет. The fat one becomes food for little forest dwellers. I will go and cleanse the elder gravesite now. Kashyyyk ancestors do not like foul smells. Выполнено. Гость к обеду. Все. Соответственно, квестов больше не имею. We are happy to be your hosts. How can I help you? Чё расскажешь-то? Well, you tell me. We traveled on one. In short, they are the secret paths of the Khajiit caravans to use to move between the provinces. Они волшебные, верно? Magical? Of course, following the moons to one's destination я, is always deeply magical experience for a Khajiit. But sparkly magic? No. We are happy to be your hosts. How can I help? The leader? Every Khajiit in their own pillar. Понятно, цыгане, only the короче. Moon and the main. But in a sense, I command respect amongst the folk here. You must have noticed the palmer guarding us. We are essential to the moon sugar, my friend. And in a manner, we are the main's emissaries for them. They do? Such an honor. They must have felt great things in you. Чё, упоролась, they speak to you in your own tongue, I guess. Honored indeed. I'm sure you would, but it's not allowed. Aelit can tell you a little. Go speak to her. То есть... О, карта обновлена. Куда она обновлена? О чем ты говоришь вообще? Перестань немедленно пороть такую ерунду. Собственно, я не знаю, куда мне идти дальше. По-моему, на этом же моменте, то есть в этом же месте я и... закончил предыдущую серию. Суки. Вот они, суки, запачкали мою броню. Но ничего. Сейчас мы ее почистим магическим образом. Что-то не отображается. Ну ладно. Ну и сапожки. Соответственно. А то вдруг запачкал. Хорошо. Собственно, на этом месте я и, пожалуй, закончу. Если найду какие-нибудь еще квесты, то обязательно ими займусь. Но, как видите, тут, судя по всему, нету основной сюжетной линии. Это вообще что? Это вообще откуда? Давайте сгоняем. Так, это где? А, это в Скайриме. Ну, собственно, понятно. То есть это нам вообще никак ни о чем. Ладно, дорогие друзья, пожалуй, на этом я и закончу. Если есть какие-то еще интересные квесты или вообще квесты в этом замечательном дополнении, то, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях, я их обязательно пройду, просто я не знаю, где их взять. Банально, на данный момент я вроде разговариваю со всеми NPC-ами подряд, я путешествовал на этом воздушном судне уже несколько раз, я побывал уже во всех локациях, и тем не менее я не знаю, куда мне идти дальше. Квестов, как вы видите, у меня нет, поэтому, ну... Если можете чем-то помочь, то милости прошу в комментарии. А пока на этом, пожалуй, и закончу. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. Мы проходили с вами квестовый мод к
Скайриму под названием Moon Pass to the Elsewhere, лунные тропы к Эльсвейру. Всем спасибо, всем пока, до новых видео!